Всем привет! Сегодня я вам расскажу, куда сходить и что посмотреть в Сиане. Первое – это терракотовая армия. Восьмое чудо света. Армия была создана для императора Цин Ши Хуан Ди, первый император Китая. Но чтобы туда попасть, нам пришлось простоять под палящим солнцем 37 градусов 40 минут, чтобы попасть внутрь. По ощущениям, весь Китай приехал посмотреть на эту армию. Городская стена. Тоже обязательно к посещению. Тут можно насладиться видом на город. А еще можно арендовать велосипед и прокатиться по всей стене. На самом верху есть сувенирная лавка. Тоже советую заглянуть. Мусульманский квартал. Тут колоритный ночной рынок с местной едой. Обязательно попробуйте лепешку с мясом жоу-дяму. Вам точно понравится. А еще помимо еды, здесь есть множество маленьких сувенирных ларечков. Колокольная башня, или же Джунлоу, завершает мой топ исторических мест, а лучше всего смотреть на нее вечером. Ну вот и все, я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока!